Глава государства также принял участие в форуме «Берлин Глобал Диалог», представил свое видение роли Казахстана в глобальных экономических процессах, роли нашей страны в стабилизации международных экономических связей. Казахстан is a major energy supplier. Обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии, Казахстан является крупным поставщиком энергии на мировые рынки. С учетом того, что 70% экспорта нашей нефти идет в Европейский Союз, мы готовы расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса. Президент также призвал участников форума обратить внимание на перспективы, которые может дать экономическое партнерство с Казахстаном. В частности, Транскаспийский международный транспортный маршрут может вдвое сократить время транзита товаров, которые ныне транспортируются по имеющимся морским путям. Отмечу, среди участников форума федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министры Бельгии, Албании, а также руководители международных компаний и финансовых институтов. В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40%. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, мы наращиваем усилия по диверсификации экономики, обеспечив рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение. Казахстан продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции благодаря формированию исключительно благоприятной среды для ведения бизнеса.